Всем привет! Вы смотрите видео «Мотивация и про еду». Да, в основном это видео будет про еду, и про мотивацию здесь очень будет мало информации. В общем, я сварил себе картошки, вот, картошки сварил, купил сметану, купил масло звезд и купил себе творог. Теперь это дело мне нужно, ну, подготовить и начать есть. Конечно, это будет не в стиле блевотины, как вы обычно привыкли смотреть мои видео, но здесь немножко все будет по-другому. Это будет достаточно короткое видео. Вот я подготовил еду для массы, то есть здесь подразумевается мотивация уже, но мотивации здесь ноль. То есть если вы начали есть такую еду, то есть картошка, творог, масло, сметана, дополнительно идет соль, хлеб. А здесь не хватает только мяса, то есть это говядина, курина и свинина. Ну и может быть еще птичье мясо, то есть это может быть утка или другой формы птицы. Я еще раз повторю, что это видео не в стиле какой-то блевотины будет, или это достаточно длинное. Нет, это будет достаточно короткое видео. Я общался с одной девушкой, неважно, как ее зовут, откуда она. Просто она написала мне в начале года: я собираюсь заниматься каким-то спортом в этом году. Я ответил, что да, это будет качалка. Поэтому здесь вопрос поднял, как мне набрать массу. Естественно, вот я вам показываю. И уже говорю, что здесь не хватает только мяса. Это будет не самое мотивирующее мое видео в этом году. Естественно, мой канал рассчитан больше для трэш-видео. Здесь можно сделать какое-то исключение про еду. Кто соскучился по еде. Что-то еще хотел сказать, и опять все вылетело из головы. Надо начать есть. А потом продолжу дальше. Вам, ну, что-то рассказывать. Ну, это уже будет конец видео уже просто. Все, я закончил, в общем, кушать. Вот. Набрал массу. И буду вас мотивировать. Как-то мотивировать. Кирилл Терешин отдыхает. Теперь начинается долгопилский халк. Ладно, короче, ждите следующее видео. Я думаю, сниму его в спортзале. То есть, где уже достаточно будет профессионально. Только, может быть, операторская съемка, ну, будет недостаточно качественная. Потому что нужен более продвинутый не продукт, а видеокамера или просто фотоаппарат. Ну, как получится, так получится. Я не обещаю, что будет супер. Вот. Не говорю, что здесь что-то мотивирующее. Я просто сказал, что Кирилл Терешин отдыхает. Вот. Может, сейчас в моде пойдут качки. Но я могу ошибаться. Просто посмотрел про одного бодибилдера. Вот, мне нравятся бодибилдеры, ну, то есть качки, то есть в них есть достаточно большая мотивация, то есть к чему-то стремиться, там, тот же Олимп, и много-много чего другое. Но у меня немножко другое видео, то есть оно немножко простое, я не такой объемный, как Кирилл Терешин, но все-таки увидимся, наверное, в спортзале. Но если я сниму про это видео, а так, вы знаете, о чем я обычно снимаю, про бандитов, про то, то, то и то. Ладно, короче, пойду, в общем, монтировать это видео.